Всем здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите канал «Мы живем в Латвии». Сегодня у нас 2 августа, среда 2023 года. А новость у нас будет такая. Чакша скрывает число школ, которые закроют из-за новых требований. Министр образования Анда Чакша пока не называет количество школ, которые, возможно, придется закрыть из-за новых требований по минимальному количеству учащихся. В интервью телеканалу ТВ3 министр не дала прямого ответа на вопрос о том, какой Министерство образования и науки МОН видит сеть школ после вступления в силу новых требований. Отметив, что закрытие школ остается в компетенции самоуправлений, министерство продолжит самоуправлениями работу по организации школьной сети. Но самоуправления сами могут организовывать школьную сеть в зависимости от объема доступного финансирования. В новом учебном году в Латвии будет 550 школ. Вот в этом 2023-2024 учебном году. Как сообщалось, планируется установить минимальное количество учащихся в классах школ в зависимости от уровня урбанизации. Чем плотнее заселена местность, тем больше будет количество учащихся в классе и самих классов. Согласно предложениям МОН, в городах и административных центрах необходимо обеспечить как минимум 120 учеников во всех четырех группах классов. В самоуправлениях за пределами административных центров минимальное количество учащихся должно составлять 30 человек в первых-третьих и четвертых-шестых классах и 60 человек в седьмых-девятых и 10-12 классах. В приграничных и малонаселенных краях в трех группах до 9 класса должно быть не менее 30 учащихся. В средних школах не менее 60 учащихся. Далее. Количественные критерии для первых-шестых классов будут носить рекомендательный характер, а для седьмых-двенадцатых классов будут обязательными во всех самоуправлениях. И решения о реорганизации школ должны будут приниматься по согласованию с МОН. Самоуправления в приграничных регионах смогут сами определять количественные критерии для первых-девятых классов, а критерии для 10-12 классов будут обязательными. Вот такие у нас новости, вот такие у нас реформы в образовании, друзья. Я уже не вижу здесь название про слово «реформы». Это реформочки такие у нас, да? На этом я короткую новость буду заканчивать. Поставьте лайк, друзья, под видео. Напишите комментарий, вот что вы думаете вот про вот эти вот число школ, которые закроют из-за новых требований. А требования – это что?
Реформы, реформы, теперь требования. Ну хорошо. Пишите комментарии, что вы думаете. Учителя, я знаю. Кто-то раньше был учителем. Знаю, что вы нас смотрите. Большое спасибо. Всем, всем здоровья, счастья, благополучия, мира, добра и дружбы между народами. Не забудьте подписаться на наш канал, друзья. Большая просьба. Никого не принуждаем, а просто просим. До свидания. До следующих видео.